Sorry, I will be speaking in Russian because I think I will not be able to deliver my talk in English properly. Давайте сначала определимся с терминологией, да? Потому что у нас есть довольно, ну, в общем, например, легко и просто — это синонимы, да? И сложно и трудно в некоторых случаях — это синонимы. Но если четко определять это как какие-то термины, у нас есть большая разница между тем, что легко, а что просто, между тем, что такое сложно и что такое трудно. Поэтому просто и сложно — это полные антонимы. Нам может быть что-то трудно сделать, но это может быть что-то простое. Нам может быть легко что-то сделать, и это что-то сложное. Например, я думаю, что здесь есть люди, которые с легкостью могут написать что-нибудь на ассемблере, но для меня это очень трудно. Я не пишу на ассемблере и не читаю на ассемблере. В общем, для того, чтобы хорошо понимать, что я буду дальше говорить, нужно вот помнить, держать это в голове. Что такое, в общем, простота? Что такое просто? У нас, если мы говорим вот о коде, да, у нас в коде есть какой-то вот шнурок, поток выполнения, поток мысли какой-то, и он должен отвечать за какую-то одну задачу, за одну роль. Это какая-то одна концепция должна быть. У меня дальше будут примеры про Django, например, где это не выполняется совсем. И в общем случае то, что просто, это там, где отсутствует запутанность, там, где вот концепции не переплетены. И простота объективно, то есть она для любого человека одинакова. То есть если мы посмотрим на какую-то конструкцию, да, на какой-то кусок кода, подумаем, мы можем решить, он простой или сложный. И это будет для всех одинаково. Чем отличается вот как простота и сложнота, да? Вот когда код простой, у него есть вот отдельные мысли, мы можем взять отдельно каждую мысль, рассмотреть, посмотреть, там функцию отдельную, какую-то конструкцию, мы можем ее поменять на другую, выкинуть, добавить новые. Если у нас код сложный, как на правой картинке, мы с ним ничего, по сути, сделать не можем. Может, кто-то умеет вязать вот такие вот шнурки, да? Но если он уже связан, его довольно сложно потом распутать, чтобы один из этих шнурочков поменять. А возможно, если мы начнем его вытаскивать аккуратненько, оно вообще все распадется. А может, не распадется. Предугадать сложно. А если мы, ну вот, не хватает у меня там интеллекта распутать это все аккуратненько, да? Как можно сделать? Можно взять ножницами, разрезать, навязать дополнительных узелков, это будет ад, но он будет работать. Что такое легко? Легко — это нам легко, да, когда мы можем вот чего-то без проблем сделать. Например, pip install. И мы можем легко там pip install там numeric python пум, ага. Вот. И это, в общем-то, очень просто. Да? Раз, два, три за секунду написал enter, и оно там в фоне, там и все эти компиляторы, и фортрановый компилятор, и C-шный компилятор, и это все как-то вместе работает. Это действительно сложно. Но легко. Для... Пум. Ну, в общем, если мы уже такое делали, да, если оно нам все знакомо, это легко. И это относительно для каждых людей, ну, для кого-то это легко, для кого-то трудно. Кому-то и pip install трудно написать, да, если человек всю жизнь в винде просто таскал туда-сюда в эксплорере какие-то файлики, да, он вообще не знает, что есть такая штука, как консоль, и что там можно написать pip install. Ну, вот. И на чем мы вот фокусируемся при разработке? Да? Мы часто при разработке фокусируемся на легкости и удобстве написания кода. В частности, вот
во многих фреймворках такое есть, когда вот мы смотрим, чтобы следим за тем, чтобы программист случайно вот не написал дополнительную строку кода, и в конце концов это в длительном времени, да, in the long run, это не очень хорошо может нам вылезти боком может. Поэтому, в общем-то, фокусироваться надо, ну, на надежности продукта, потому что, в общем-то, наш труд программистов, да, он оценивается в конце концов не потому, насколько мы там красиво выглядящий код напишем, а потому, насколько хорошо будет работать продукт, насколько он надежный будет, быстрый, если это важно. Если мы очень быстро, легко напишем замечательный там сервис, и он будет падать каждые 2 минуты на 1,5 минуты, это не очень хорошо. Ну, какие у нас есть ограничения, да? Вот как у людей, что ли. Мы можем сделать надежным только то, что мы понимаем. Если мы понимаем этот код, мы можем его сделать надежным. Если мы его не понимаем, это довольно сложно. Поэтому, потому что мы можем оперировать ограниченным количеством сущностей. Ну, как фокусники. Любой человек может жонглировать одним яблочком. Даже однорукий. В общем-то, любой двурукий человек может без проблем жонглировать 2 яблоками и легко научиться жонглировать 3 яблоками. Научиться жонглировать 5 нужно приложить достаточно большие усилия, а жонглировать 20 практически нереально. И получается, когда мы вот читаем какой-то код, и там что-то запутано, нам приходится все запутанные вещи обдумывать вместе. Мы не можем взять одну вещь, посмотреть на нее и сказать, вот она вот так-то, вот так-то. Если мы поменяем, вот то-то и то-то произойдет. Нам приходится это все вместе смотреть. И получается, когда у нас очень сложный запутанный код, он просто начинает выходить за пределы физиологических возможностей человека. Когда у нас там все совсем влияет, оно еще проблема в том, что большинство таких вещей, ну, то есть большинство вот таких запутанных между собой вещей, они как, ну, комбинаторно влияют. То есть 5 запутанных вещей — это намного хуже, чем 4 запутанные вещи. Ну, то есть это как бы не на один шажок, а ну, чуть ли не на целый порядок сложность увеличивается. Соответственно, когда там каких-то штук 10 запутанностей, все это, ну, я не знаю людей, которые могут это понять. Ну, я точно не могу. И получается, что сложный код, он разрушает понимание. И если мы не фокусируемся на том, чтобы эту сложность убирать, не допускать, в какой-то момент у нас просто падает производительность практически в ноль. Начинаем какие-то переписывать всякую, ну, то, что мы уже писали 2 раза. И мотивация у людей тоже очень падает. Как бы, чтобы менять вот программу, нам нужно четко понимать, да, какие мы действия можем сделать, какие мы действия не можем делать. А не так, как получается, когда у нас мы смотрим на программу. Что-то непонятное происходит вообще. Ну, то есть тут одна функция, ну, как-то оно вот перетекает, там какое-то наследование через 10 уровней. Пытаешься что-то прочитать, среди 15 файлов разобраться невозможно. Втыкаешь вызов дебаггера, начинаешь с дебаггером это все пытаться распутать. В конце концов, часто в очень сложных случаях, в принципе, добраться до правды практически нереально. То есть вот видно, вот в этом месте все хорошо, вот в этом месте все плохо. Как это исправить, черт его знает. Можно вот здесь поставить вот такой-то костыль, и оно будет работать. Но по сути, что мы делаем таким костылем? Мы навязываем дополнительный узелок. В следующий раз, когда мы сюда придем, будет все еще хуже. И я вот смотрю, люди кивают, им, видимо, это знакомо, да? И когда у вас, получается, 200 тысяч строк кода уже есть, и вот этот весь адок, прямо скажем, и навязывает, и приходится в нем навязывать эти дополнительные узелки, потому что иначе надо просто взять, ну как разрезать вот это все,
выкинуть, по сути, и написать заново, но это даже надо кого-то убедить, чтобы так позволили сделать, да? И чтобы деньги не закончились, пока мы будем это делать. Причем даже 100% покрытие тестами не помогает. Почему? Потому что нам нужно еще и дебаг, не просто там какие-то изменения делать в соответствии с бизнес-требованиями, а любой баг, который у нас есть, он просочился сквозь наше 100% покрытие тестами. Он просочился даже сквозь наше 146% покрытие тестами. И нам критически необходимо понимать код, да, в котором мы исправляем баг. Потому что если мы не понимаем, мы ставим вот этот костылек, подпорочку, все замечательно. Вот в этом, именно в конкретном этом случае оно работает. Но из-за того, что мы полностью не понимаем, что происходит в этом коде, в каком-то другом случае оно сломалось. А там, если у нас пришло 5 запросов, оно где-то там, ну, это для каждой системы индивидуальные проблемы. Но там, насчет запросов и всего такого. Но, в принципе, источник проблем у всех схожий. И какие есть преимущества, да, у простоты? Очевидно, она облегчает понимание. Если у нас довольно простой код, то мы можем его прочитать, понять полностью, легко поменять. И это epic win. Простой код, проще дебаг в нем делать. Даже если у нас там никаких тестов нет, ничего нет, но мы можем просто, не знаю, вставить вызов дебаггера, и нам не придется скакать по 10-15 уровням наследования, не придется скакать по 20 функциям, чтобы понять, что происходит вот в этих 3 строках. Ну и если у нас код написан просто, он поощряет гибкость. У меня там чуть дальше будет пример, где видно будет. Простые вещи, как правило, это те вещи, которые можно компоновать, как кубики Лего, по сути. То есть вот кубик Лего, когда он ничего не знает о других кубиках Лего, у него есть только вот простой интерфейс, на который можно ставить другие кубики. Ну какие-то будут там кубики, кружочки, человечки, данный наш кубик не волнует. Вот и наш код должен быть такой же. Его не должно волновать, какие там есть другие кубики. Он должен легко стыковаться со всем остальным. Вот на этом графике у нас эмпирически, без циферок, график производительности, да, эффективности по вертикальной шкале от времени. Если мы фокусируемся на легкости, да, и не думаем о сложности, не думаем о простоте, просто о том, чтобы нам было писать код легко, то мы начинаем писать очень быстро код. И в конце концов, такая вот как бы случайная сложность, которая просто вот она просто возникает, и это вообще-то, ну, как бы это наша проблема, это наш фейл, что такая сложность возникает, если мы не обращаем на это внимание. И в конце концов у нас производительность падает очень сильно, и в конце концов получаются какие-нибудь спринты, в которых мы там неделями переписываем тот код, который уже написан был. Да? Если мы фокусируемся на простоте, нам, с другой стороны, мы начинаем медленнее, потому что нам, возможно, вот эти инструменты, которые мы используем, они хоть и простые, но они могут быть нам незнакомы. И они для нас трудные. И нам нужно их понять, сделать их легкими для себя, простыми и легкими. Потом нам нужно применить эту вот простоту к нашей проблеме. Нам нужно понять, какое простое решение проблемы. И для этого вот когда эти все этапы пройдены, вот этот разгон пройден, и у нас получается производительность потом выше, чем на старте, а не так, как обычно бывает. Пример. Вот. Я думаю, здесь довольно много людей знают Django, или, по крайней мере, хоть что-то на ней делали. И для них, наверное, этот код довольно понятен. Да? Ну, много людей понимают, что здесь написано. Очень много людей. Вот скажите мне, кто считает, что это простой код? То есть это, очевидно, легкий код. Его очень много людей понимают. Кто считает, что это простой код? Его легко написать, его, да, кажется, просто.
Хорошо. Теперь давайте посмотрим, да, за что отвечает просто хотя бы каждая строка. Я не расписывал очень подробно, не расписывал очень детально. Ну, в общем, она у меня даже на слайд не влезла. Вот у меня есть печальный смайлик. В принципе, я не буду сейчас по каждому пункту проходить. Давайте посмотрим другой пример. Тоже практически то же самое, сделанное на алхимии. В первый момент это выглядит довольно пугающе после Джанги. Но в чем здесь очень большое преимущество? Здесь каждая строка, каждая сущность, она отвечает четко за вот свое действие. То есть у нас есть промежуточная таблица, да, она автоматически не появляется из ниоткуда. Да, я знаю, там в Джанге тоже можно сделать, но это нужно специально делать, а изначально она говорит, ну вот мы, я сама создала, замечательно, типа все для тебя все легко, пользуйся. Вот foreign key, который там есть, это не foreign key уровня ORM, это foreign key уровня базы данных, это constraint в таблице. И мы можем его спокойно удалить и ничего не поменять. Ну, то есть у нас здесь все будет нормально, просто база данных не будет следить за консистентностью этих данных. То есть вот довольно сложный relationship, потому что у нас как бы self-referential, этот many-to-many, она указывает сама на, ну, связь таблицы с самой собой, и из-за этого довольно сложно, трудно написать вот этот relationship. То есть изначально я потратил на это больше времени, чем на написание джанговского примера. То есть в принципе, если мы, скажем, давненько не смотрели на все это дело, то у нас уходит где-то полчаса на чтение документации по поводу many-to-many self и 2 часа на понимание relationship и как написать вот эти джойны внизу правильно. И чтобы оно не начинало выдавать какие-то там магические ошибки. Ну, они не магические, но просто когда с алхимией до этого работаешь 3 дня, они еще непонятные. Но если мы хотим что-то поменять, например, мы хотим сделать так, чтобы у нас связь была не к айдишнику, опять нашему внутреннему айдишнику, а к Facebook ID. Причем мы хотим сохранять связи, ссылки на те Facebook ID, которых у нас еще нет в базе данных. Ну, захотелось нам так, не знаю. И в алхимии мы всего лишь, вот есть закомментированные строки, да, которые были в прошлом примере, и есть под ними написаны те, которые нужно написать. То есть мы поменяли join в relationship и убрали foreign key в колонне, ну там другой тип мы поставили. Это занимает 2 минуты максимум. И еще 2-3 минуты, 5 минут проверить это в шелле, что оно вот так клево действительно работает, без всяких проблем. Если мы захотим сделать то же самое в Джанге, да? Я не уверен насчет всех пунктов, да? Возможно, нам не нужно будет выкидывать many-to-many field, но этого нельзя сказать заранее. Возможно, все возможно. И получается, что в конце, ну, то есть мы начнем в этом разбираться, мы начнем лезть в потроха Джанги. В потроха Джанги залезть в many-to-many field, я это делал, я думаю, люди тоже это делали. Это очень печально, там все. Намного, там получается, нам снаружи, когда мы это снаружи смотрим, там все так, как бы, легко, в одну строчечку, а внутри там адок, еще тот. И в целом получится, что мы потратим на это пару дней, напишем довольно порядочное количество кода, несколько экранов, а потом в течение полугода будем вылавливать еще всякие приколы по этому поводу. Типа, а вот в таком-то вот случае оно работает не совсем так, а вот в таком-то оно еще так, а в таком-то ломается, а потом, когда у нас какой-то там сложный джойн через там 3-4 уровня, наступает полный капец. Тем более, кстати, я не знаю, там случайно наткнулся пару дней назад в том, что идет join через 4 уровня. То есть если я делаю join через 3 уровня и фильтрацию, все работает замечательно, а на 4 уровне оно ломается и работать перестает, потому что оно не генерирует неправильный SQL, где-то там не там вставляет вот этот фильтр. Что с этим делать? Что, я пойду баги в Джанге исправлять? Ну, это опять 2 часа. Проще навязать дополнительный узелок, костылек подставить, все будет работать. Потом вот еще из одних вот
один из пунктов, который я очень сильно не люблю, это сложное наследование. Потому что сложное наследование провоцирует, ну, оно очень-очень-очень сильно запутывает. Вот эта диаграмма, которая есть, это часть диаграммы классов, джанговских, class-based generic views. Я отсюда выкинул все generic view-хи, которые насчет дат, там типа date, month, view, там, потому что там получалась такая диаграмма, которую никому просто видно не было бы. Она вот похожа на из прошлого слайда, при докладе, кто видел, там была такая карта дорог Украины. Вот что-то похожее было. И потом получается, вот когда вот наследование, давайте все вот, чтобы не повторялось, получается так, что нам на самом деле приходится писать больше кода. То есть когда мы пытаемся наследоваться от этих generic view, там что-то доопределять, переопределять в нужных вот этих точках расширения, свое дописывать, в конце концов, потом нам говорят, а сделайте еще вот так и вот так, смотришь на это все дело, удаляешь весь этот generic view, просто пишешь обычную функцию вьюшки без всяких там классов, без всяких там как бы переиспользований кода. Получается кода меньше, чем в этом классе, который наследуется еще от 10. То есть если посмотреть там вот полезные классы, которые мы используем, они там наследуются еще от 5. В результате, когда мы пишем еще пару своих, и там наследование уже идет через 7 уровней, там уже есть и весь и diamond, problem, и все, что нам надо. Когда мы пытаемся это все, так надо типа понять же, что происходит, если мы хотим сделать что-то не совсем тривиальное, надо понять, чего происходит. Начинаешь туда лезть вглубь, внутрь, это кучу времени занимает, жестяк. Проще удалить, написать функцию, которая сама по себе короче. По-моему, этот слайд сам говорит сам на себя. Вообще просто я старался не так уже, как бы, это по сути все именно как примеры кода, которые есть, потому что первый пример плохого кода, который воспринимается, у меня приходит из Django, и в результате бы этот доклад превратился просто в наваливание на Django, и потерялась бы основная мысль, я думаю. В общем, еще вот всякая магия, автоматика такая, которая вот неочевидная, типа там автодискавер, автоимпорт, веб-тупай. Веб-тупай — это вот, ну, вообще полный ад, я не знаю, как, ну, в здравом уме можно такое написать. То есть, да, да, кстати, если посмотреть в абстракт Web2Py, посмотреть, чего там автор пишет, и он говорит, что типа я забил на все ваши вот эти explicit better than implicit. Да, главное — это легкость. И он вот типа для разработчика, для человека вообще, который Python не знает, который вообще ничего не знает, главное — легкость написать это дело. А потом они конструируют при помощи там form H1 input прямо во вьюшке, в HTML, и там же как-то это все дело обрабатывают в одной вьюхе на 2 экрана. Замечательно. В целом, что еще можно сказать? Дальше я просто, ну, скажем, покажу разницу, чего есть вот в сложном, да, в простом, ну, то есть как, ну, как противопоставление, да. То есть когда у нас есть какое-то состояние, да, есть объекты, которые это состояние хранят. Это сложно. И если мы хотим чего-то простое, да, сделать, то нам не нужны объекты. Желательно обходиться по максимуму, обходиться без состояния, просто хранить значения данных. Все. Методы — это такая вот как бы плохая эмуляция функций, namespace для функций. И, например, ORM, он сложен, и он запутывает очень сильно. Ну и как бы противопоставление declarative data manipulation, да? То есть если у нас есть состояние, оно запутывает все. Как только у нас появляется состояние, нам при тестировании, нам его нужно как-то полностью, ну, повторить это состояние. Это всегда сложно, это всегда мешает. И желательно по максимуму вот, вот это состояние куда-то убирать. То есть, например, во Flask есть
global requests, вот эти. Конечно, в некоторых случаях без них обойтись очень сложно, но по максимуму в своих, ну, там, во внутренних потрохах, контроллерах обходиться без использования глобальных этих объектов. То есть где-нибудь в первой вьюшке брать все, что нужно, и передавать дальше просто аргументами. Это очень облегчает жизнь, это очень облегчает тестирование, очень облегчает потом композицию. То есть мы после, если мы так делаем, мы потом можем легко вот кубики на кубики складывать. А если мы все достаем из реквеста, получается сложнее потом переиспользовать код. Объекты у нас часто запутывают вот, собственно, состояние, значения какие-то. То есть мы в объекте можем хранить и просто какие-то значения, можем хранить какое-то состояние. Плюс мы можем использовать этот объект как identity чего-то там. И в результате у нас есть этот объект, и мы, глядя на объект, мы не можем понять, собственно, это. Ну, то есть мы можем понять, но на это нужно, требуется дополнительные усилия. А каждое усилие, это они ограничены, в общем-то. И в каждом конкретном случае требуется вот именно вникать, а почему мы его здесь используем, в каком качестве мы его здесь используем. То есть вот как только начинаются мысли такие, типа в каком качестве мы здесь его используем, сразу это как признак того, что код сложный. Ну, про наследование я уже сказал недоброе слово. И ORM, в общем-то, запутывает вот все, до чего там есть, вот где есть ORM, в таком виде, типа достанем 100 объектов, да, увеличим им какой-нибудь каунтер на единичку и засунем их обратно, да, и это получается все, капец. Ну, то есть это вот состояние здесь, состояние там, оно как-то тут, вот в какой-то момент оно разное там, разное сям. Ахтунг. В простом случае нам нужно будет просто, ну, как бы, мы можем использовать просто декларативное манипулирование. Если мы можем использовать декларативное манипулирование, зашибись. Ну и переменные. Переменные не в том смысле, как типа вот бывают там типа цепочные вызовы там какие-то с переприсваиванием. Да, это, ну, в общем-то, никаких проблем. А в том смысле, что вот любые вещи, которые у нас меняются, не знаю. То есть даже если у нас, вот если у нас есть данные, да, в базе данных хранятся, некоторые из них меняются. И как только мы начинаем менять именно в базе данных какие-то объекты, там что-то удалять, то это становится сложно, оно начинает запутывать, потом сложно строить кэширование для того, что начинает меняться. Ну, то есть, если у нас в базе что-то постоянно апдейтится, то есть, если там инсерты идут, да, без проблем, они ничего не меняют, и кэширование из-за этого не страдает. Как только у нас начинается что-то изменять, у нас начинаются проблемы с кэшированием, и это одна из двух самых сложных проблем, да, инвалидация кэширования, когда чего-то меняется. Ну и вот, например, если мы просто хотим хранить значения, да, если мы хотим хранить значения, мы должны использовать неизменяемые коллекции, которые не меняются, не исчезают куда, не пропадают никуда. То есть в случае просто кода, да, желательно, то есть там, не знаю, tuple, там, set. Это не значит, ну, как для Python, это не значит, что вот надо обязательно использовать там immutable dict, да. В принципе, можно его просто не менять. Это персистентная коллекция получается. Да, если мы знаем, что мы его не меняем, это персистентная коллекция. Замечательно. Ну, то есть не надо пытаться сходить с ума и везде расставлять дополнительно кучу лишнего кода, если мы знаем и так, что мы его не будем менять. В конце концов, это Python. Это нормально. По поводу вот декларативного манипулирования хочу сказать, вот в SQL Alchemy есть специальный SQL layer, да, когда мы можем, по сути, питоновским кодом строить полноценные SQL запросы. И это будет декларативное манипулирование данными, а не вот вытаскивание 100 объектов, как-то их манипулирование вот прямо в питоне и засовывание обратно. Кстати, вот MongoDB,
по сути, нет декларативного манипулирования данными. Как только мы начинаем использовать MongoDB, у нас получается такая именно «Ох, май гад, сложность, полный ад». Я как-то полгода назад рассказывал про MongoDB на KyivPy. Насколько там все плохо получается. Ну, в целом, это, вот, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать. И еще раз повторю, вот там в самом начале была ссылка на Simple Made Easy. Да. И я рекомендую вы посмотреть, несмотря на то, что вы были здесь. Там ну, очень опытный человек, да, рассказывает, он автор клажуры. Может быть, вы клажуру не любите, но он очень, ну, у него много опыта. И он хорошо умеет доносить свои мысли. В общем, это все, что я хотел сегодня сказать, да? Большое спасибо. Немножко за Django заступиться. Но не за generic use, конечно же, это сущий ад, я абсолютно согласен. А за foreign key, просто там есть опция, которая позволяет указывать, сделать его не на первичный ключ, что foreign key указывал. И, ну и плюс это тоже, как сказать, внешние ключи на уровне базы данных. Ага, замечательно. А можно ему сказать, чтобы он constraint не ставил? И еще один узелок. Ну. А если мы создаем с нуля? Ну, в общем, понятно. Ну, то есть это решаемо. Понятно. Да, это решаемо. Ну, чуть более просто, чем я думал. Всеволод, скажи, пожалуйста, если я правильно тебя понял, ты говоришь, что ORM это сложнее, чем какой-то data manipulation layer более низкого уровня, правильно? В общем-то, да. Ну, то есть, если у нас есть. То есть, если мы хорошо выделили этот data manipulation layer, то в целом у нас меньше будет проблем, когда мы захотим кэшировать это все дело. Меньше будет проблем, когда мы захотим чего-то там, где-то там в другом месте чего-то сделать. Когда мы начинаем вот всасывать, грубо говоря, объекты и манипулировать ими in place. Это сложно. Ну, то есть, да, математика, в принципе, понятна. Интересно вот что. Почему нельзя сказать, что этот слой манипуляции данными, он тоже сложнее, чем, допустим, обычный SQL-запрос? Потом можно сказать, что обычный SQL-запрос — это сложнее, чем сходить в raw storage базу данных и взять оттуда каких-то там 500 байт, не знаю. Там. А потом можно сказать, что и вообще зачем какой-то raw storage, можно прочитать с блочного устройства там еще. То есть, где граница, когда мы упрощаем или там, то есть, до какого уровня мы выходим? Вот именно это интересно, как оценить вот эту грань? Грань называется здравый смысл. Ну, то есть, серьезно, я не могу вот все рассказать, да? То есть, доводить, не нужно доводить до абсурда, да? Возможно, нам, ну, вот в каком-то проекте стоит использовать и просто ORM, да? Без всяких проблем. Желательно, конечно, чтобы это было не джанговский ORM, потому что там проблемы наступают очень быстро. Но они в любом ORM наступают достаточно быстро. В каких-то они наступают быстрее, жестче и неотвратимее, да? Но в целом, то есть, я, например, во многих случаях буду использовать ORM, да, потому что то есть это все равно трейд-офф между легкостью и там, простотой и сложностью. Возможно, если мне здесь не нужно будет никаких потом строить там, каких-то сложных кэширований, да, и я могу там, забить на это дело, сказать, вот здесь я сделал, да, сфокусировался на легкости, а не на простоте, и использую ORM. Окей. Здравый смысл. Конечно. Окей. То есть главное, да, нужно, типа, этот доклад не о том, какая плохая джанга, а о здравом смысле, да? Ну, получается, что да. А почему класс не подходит? Ну, и, а зачем его хвалить? Хвалить его будут в других докладах. Тут вот in Flask with Rust будет и все такое.
И там есть глобальные переменные. Есть, короче, момент, да, я тут... вот ты говорил передавать параметры в функциях. Это, конечно, ну, это как бы интересно, но когда функция начинается там передавать, ну, через несколько функций прокидывать это... Ну, я имею request, да, который мы передаем через функции, если... Что с ним делать? Ну, я не могу, да, выдать какое-то конкретное решение. То есть, если, например, у нас мы пытаемся потом где-нибудь в глубинах там поставить вызов логинг и какие-то параметры из реквеста выдернуть, то, конечно, скорее всего, мы не будем прокидывать через 15 уровней вызов этот логинг, да, и там будет вызов глобальный. Я просто сталкивался с коном, когда реально функции там много передавали переменных, и они так по коду так расползались, и возможно, это было хуже, чем написать класс и поставить ему состояние. Те же самые перемены, которые вот, они реально там такая лапша получалась. Они менялись по ходу дела, как проходили глубь? Не факт. Ну, скинь их просто в дикшенари и кинь дальше. Да, это все. Тоже вариант, да. Но, да, это тоже, ну, просто, ну, короче, ладно, да. Ну, если они за что-то одно отвечают, да, то есть если они вместе имеют какой-то смысл, да, скинь их, да, в dictionary, там, в named tuple и кинь ниже. Вот, а класс начинает нам все запутывать, потом мы туда методы добавим, еще какой-нибудь жестяк, потом начнем их наследовать между собой. Есть еще прикол в том, что люди, которые сидят на IDE, они говорят, что в dictionary неизвестно, что там за эти ключи нужно подставлять. А когда в функции, там, короче, то они подсвечиваются. Вот, да, там в самом начале, да, если IDE умеет, это легко, но это не значит, что это просто. Не, ну я на Vim'е сижу так. Это легко, да, если вот там IDE все подставляет за тебя, это замечательно. Облегчает как бы жизнь в начале. Там пример был про Django, ну, по сути, это о том, как меньше кода написать и больше сделать, да? Это значит, что вообще весь вот этот convention over configuration — это плохо, и это надо убирать. Ну, то есть, ну, как бы это, ну, и легко, тут и просто, круто, написал прикол, класс, и все. Ну, грубо говоря, explicit is better than implicit в данном случае. Ну, то есть, как бы такой четкий вот ответ по поводу convention over configuration я не дам. Скажи, пожалуйста, а если не использовать Django ORM, а использовать SQL алхимию, тогда получается у нас не будет возможности использовать Django админку? Да, смотри, у нас как получается. Я уже не один проект видел, ну, то есть, которых вот типа, вот у нас Django, типа там уродские формы, давайте использовать VT-Forms. Начинаем использовать VT-Forms. Там типа, вот Django уродский ORM, давайте использовать алхимию, начинают использовать алхимию. Вот типа там тормознутые темплейты, давайте использовать Jinju. В конце концов, получается просто набор, то есть, по сути, что можно сделать? Можно взять фласк, к нему прикрутить алхимию, там есть фласк-админ, слева от тебя сидит автор фласк-админа, можешь с ним пообщаться по этому поводу. То есть у тебя получается полноценная админка, как в Django, только она более гибкая, и ее проще кастомизировать. У тебя все то же самое есть. То есть вот тут будет еще доклад in Flask with Rust, да? По сути, ты можешь построить то же самое, что Django, да? Ну, то есть такой же вот как бы full-blown фреймворк, который куча умеет. Там есть куча экстеншенов по любому поводу. Я не могу понять, а почему мы не следуем принципу do not repeat yourself? У нас есть готовая Django, и почему бы нам ее не использовать и смириться с тем, что вот так вот работает ORM. Если нас не удовлетворяет то, как работает ORM, писать свои запросы, использовать ту же Django. Зачем нам изобретать что-то свое, писать свои велосипеды? Ну, можно смириться и продолжать на PHP писать, например. Ну, то есть, если мы смиряемся, все, можно лечь, я не знаю, завернуться в белую, просто не смириться. Ну, как бы серьезно, ну, то есть,
То есть кто-то не смиряется с тем, что там ORM вот плохой, кто-то не смиряется с формами, кто-то не смиряется с шаблонами. То есть, вот в разных проектах бывает по-разному. То есть я работал в проекте, в котором от Django остался только половина URL роутинга и шаблоны, и все. А в каком-то другом проекте оставалось все, кроме ORM-а. Такое дело. Оно, если честно, если ты теряешь ORM, ты теряешь вообще весь смысл Django, по-моему. Но я хотел бы заметить, что Django лучше использовать тогда, когда нужно писать что-то простое. Например, у нас там есть блог или что-то, какой-то там новостной ресурс. Но если уже нужно писать что-то сложное, может быть, лучше сначала выбрать какой-то другой инструмент, а не использовать Django. Да, если, то есть у нас какой-то быстрый проект, да, там на 3 дня, на неделю, и мы потом не будем туда заглядывать, то у нас получается вот действительно быстрее, легче, проще, эффективнее написать на Django. Потому что она легкая, да, сконцентрироваться на легкости, и мы просто не успеем влипнуть в сложность, которую мы накрутим в конце концов. То есть мы останемся в той части графика, где легкость лучше, чем простота. Я понял, большое спасибо. Хотелось бы ответить вот на это заявление. Такой маленький и многим известный проект, как World of Tanks, внутри содержит Django и Python. Чисто Django. Я хотел бы дополнить по поводу Django. Могу сказать, что на Django можно писать и сложные вещи. И последний ORM, который в Django, это вот как раз микс между ORM и SQL. Там можно писать очень сложные конструкции, вытаскивать объекты ORM. И второй контраргумент против функций. Мы забываем, что ORM и классы — это не только вот запросы к базе данных. Очень часто в классах можно бизнес-логику писать, и нужно писать. И потом, когда передаем кучу аргументов по функциям, мы в итоге наставим много ифов. Вот классы позволяют реализовать прослойки и работать с большим уровнем абстракции, чем аргументы. Я согласен. Если мы начинаем наставлять много ифов, да, это Achtung, лучше там классы, я не знаю, чем там деревья ифов. Деревья ифов — это очень плохо. Это тоже сложно, это очень сильно запутывает. Я согласен. Но в целом, если мы будем продолжать про Django, я думаю, можно просто освободить место и пойти там. Да. У меня вопрос насчет сложности, простоты. Когда написать длинную функцию на 4 экрана для вывода какой-то страницы, это, в общем-то, очень просто и понятно. То есть ты пишешь, и это легко и понятно. Окей. Вот насчет терминологии мой вопрос и насчет критериев, что такое просто, что такое сложно. Я имею в виду, что ты пишешь длинную функцию, она на 4 экрана, и она вся понятна. Ты ее сидишь, окей, здесь мы коннектимся к базе, здесь мы генерим SQL, все это очевидно, все это понятно, но пользоваться от нее возможно, и писать нужно, очень много. Мне, например, намного больше нравится сделать несколько каких-нибудь, полумагических методов, которые возьмут на себя некоторую часть работы, и писать нужно будет меньше, работать будет так же. А просто разбить на функции? Просто. Переиспользуемые. Если там понятны какие-то блоки, да, на 4 экрана. Наверняка не в соседней функции на 4 экрана, там тоже есть такие же блоки, которые очень похожи. Да. Ты можешь рассказать немножко о правильных способах оптимизации кода, так что все это оставалось все еще просто? Здравый смысл. Посмотреть еще доклад Рича Хики, да, просто подумать. То есть какой-то вот такой один способ, его не существует. Здравый смысл я понял, здравый смысл. Ты не можешь рассказать какие-то конкретных способов. Это в каждом случае свое, да. Если мы там обрабатываем форму, да, какую-то, стоит использовать там специальную библиотеку для обработки форм, а не делать это все вот здесь. Не всякий плохой код, который легко понять, он простой и хороший, да. У тебя в одной функции, ты его можешь прочитать, одну функцию, да, ты его не можешь поддерживать. Но я еще раз говорю, где-то у меня тут было по поводу. Главное потом то, как оно работает, да. То есть если мы можем его легко поддерживать и изменять, этот код, замечательно. Если мы не можем его легко поддерживать и изменять, это плохой код. Даже если мы считаем, что он замечательный, простой и клевый, но если мы не можем его поддерживать, он плохой.